Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Мы на канале Жигавроз. Это просто Жигавроз. Всем здравствуйте. Сегодня у нас будет горячая английская и испанская поддержка, потому что мы играем сегодня на Париж де Принс. Давайте случайно, но так интересней. Так, хотя ладно. Не будем искушать, чего пасмурный день, дождливый. Давайте вот такой вот, как бы непонятный он день во всех отношениях. Ну такой, знаете, вот бывает, вот когда хорошее настроение, а погода, ну, понимаете, о чем я. А погода этому не способствует почему-то, ну, иногда как песня, то выглянет из-за того, что... Так, пока с времени удаление... Так, громкость комментариев, громкость. Так, давай наборы посмотрим. Домашний, гостевой. Не, ну тут, в принципе, нормально все. Не, ну бывает, когда иногда, блин, знаете, вот красно-белая масса бегает, и не пойми, кто. Тут красная майка, белые шорты, красные шорты, белые майки, там подобное. Ну, короче говоря, вот так вот. Вот так вот. Да, Англия, Испания матч, вот так вот. Да, опять дымят, это по-любому. Испанские сектора дымят, ну, поехали. Да-да-да, все смотрят, все комментируют, Джон Максон, Али Маккойст. На! Овен! Да составы команд, в принципе, те же. Так, поехали. Here's Rao. Once again, defense tightens up in there. Давай, давай, Руни. Овен. Овен. I think that was a very quick piece of thinking by this guy. Вот это вылупил просто. Дальние штанги, поехали. No difficulty for the keeper there. The corner all too close to him. Да потому что. Потому что вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Терри, Терри, ну Терри, блин, да. У него то получается, то не получается. Такой, блин, защитник. Бекхэм. Да Бекхэм, Бекхэм. Борется Бекхэм, ну, давай, блин. Лампард. Оуэн. Давай, Руни. Вот просто как гоночный балет. Прямой удар, естественно. Прямой удар. И это будет Дэвид Бекхэм бить. Ну! Ну, ребят. Это только первая попытка, ничего страшного. Но зато какой удар. Ну, ну, знаете, испанцам вкладить девятку, это я не знаю. Это, наверное, уровень Бокус. Точно будет Бекхэм. Но!
Marchena. Good ball. Давай, давай, Овен. Хоров. Овен. 10-21. Well, even he can't believe he's finally put one away. Well, one up for the side who just scored. Now got to come from behind very early in the game. Now what can they make of this? Rooney. 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 Еще один фол. Винси. Ну тут опять. Все, трибуны, успокоились. И гол! Да, вот так вот Дэвид Бекхэм забивает гол. Трибуны дымят, трибуны неистовствуют от радости и экстаза. Вот так вот. Испанцам забивает шикарный гол в девятку. Вот так вот. Вот это матч, вот это матч. Nice ball. Yeah, that was good defending. It's Lampard. Beckham. This is David Beckham. Nicely done. Овен! Oh, there's a chance. Ой, ты ёлки-палки. В защитника попал. Gave it away in a bad area. И Овен! Хитро, но мимо. Да, продолжает Дэвид Бекхэм радовать голами, даже переставлять его из полузащиты не стал. Ну, испанцы сами виноваты, если честно, в этой ситуации, потому что как бы палить не надо было, как бы так. Helguera. And that's headed on. Now then. Rooney. Rooney. A shot. Goalkeeper saves. Ну, он как бы продолжение так и не видел. Двое по краям. А третий убегал, соответственно. Вторым его прессинговали. Овен. Now he's got chance to shoot. Это всего лишь угловой. Вот опять вот те же эмоции, да, я говорю. Невилл. Here's Beckham. Давай, давай, Овен. И. Да что ж такое-то, собака-то. Блин, Может быть, какие-то замены будут, я не знаю. Потому что что-то в прошлом матче интуиция подсказывает, что могут травмировать Бекхэма. Ну давай, давай, давай. Ой, ну что это такое, Джеральд, ты чё? Завис? Валерон нарушил. It's Helguera. Trouble in the middle. To Beckham. Oh dear me, there's no chips today, Ali. That's a disappointment to both of the commentators, I'm afraid. На что такого? Англики дрелируют ситуацию. Что такого смешного-то? Как это? Я говорю, может быть, я не вспомню тот момент, как он забил гол
Ну, потому что тут, да, испанцы на ровном месте себе привезли гол. Давай, 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 вышел и выкинул его. Молодец. Руни. Ну, а тут другого не было ничего. Там стеной ждали. Well played. Ooh, that's good football. That's really well constructed. Ну, скорее всего, будет усиление атаки. Овен. Руни. Одного. Второго. Руни. Мимо. Удар мимо. Дымят трибуны, дымят трибуны. Вижу, факелы не успокаиваются. Игру. Сегодня горячая поддержка у англичан просто будет. Рауль на ваших экранах. Капитан сборной Испании. Так, Руни. Овен. Да что ты, господи, затоптали. Давай, давай, на Руни, на Руни, на Руни, давай, вешай. И скидка. Схватить, запрессинговать, ну, кол. Нет, пытались Тарантемпом, контратаку идет от сборной Испании. Рупат. Бекхэм. Овен, блин, не получается. Быстро сборная Англии пришла в обратную атаку. Овен! И... Да какой офсайд, ты чё? С дуба рухнул. Какой там офсайд? Да блин. Уже руками пытался цеплять. Да, бат. Что такое? Нет, всего лишь предупреждение. Я думал, сейчас горчичник и желтую карточку получит из-за разговоров. Так, понятно. Выкини. Давай, Руни. Овен. Ну а что еще делать? В этой ситуации, ну, навешивает! Вот это вот проход сейчас был. Я, правда, не видел, кто это, ну. Это был шикарный, просто достойный аплодисментов. Блин, вообще офигеть. И Испания сразу в контратаку. И... Вот это вот разложил сейчас Рауль. Давайте посмотрим момент. Да, вот вам ответ сборной Испании. Рауль, капитан команды. Мог размочить счет на 44-й минуте, но, к сожалению... А может, и к счастью для англичан, этого не произошло. Good defending. Yeah. Helguera. And now Morientes. Half time and the score is 2-0. Over to you, Ali. Well, if they keep on at this pace, it's in the bag. Their opponents should take note of this and take more chances themselves if they're going to stay in this game. What should they run the goal? Some incidents from the first half. Нет, это первый момент. Это первый момент. Я думаю, нам повторяться. Да, это первый гол. Ну, для меня фантастика вот это, конечно. Вот, смотрите, раз. И в девятку практически. Я говорю, просто понимаете, ну, блин, это Бекхэм. Естественно, здесь уже... Как говорится, почти за честь забить девятку испанцам.
Это вот, если можно так перефразировать, по-русски слова Дэвида Бекхэма. Овен. Гол! Да, вот так вот. Сразу после перерыва. Was pretty boring with not a lot of action at all, but in the first 30 seconds I think the home side have showed their intent and there's no question which side. Да, трибуна дымят, сегодня горячая поддержка просто на Париж де Принс. Я об этом и говорил. A good tackle to win the ball. Valeron. A lot depends here on the marking. It's Lampard to Owen. Руни. Blocked it. Да что это такое-то, бляха-муха? Что ж ты будешь делать, ты, господи? Something could develop here. It's Carlos Valeron. Так, ладно. Так, замена. Пока вы смотрите шедевральный момент. Как... Так, дальше Лэмпард. Что ты менеджер? Терри надо заменить, точно. Да я просто смотрю, это самый... Кто выпадает? Терри, по-моему, выпадает у нас. Из общей картины. Овен. Руни. Ну, потому что, может быть, у Терри неудачный матч. Я не знаю, может быть, он не в форме. Фэрплей. Фэрплей. Как замена. Ну как бы да. Michael Owen. Rooney. He could go right through. And that's blocked again by somebody in the way. Ну потому что менеджер понимает, как бы. Все суть перескочившего Лэмпард Руни. Руни снова! Well, I think you have to give the goalkeeper credit. Very little getting by him today. Little header. Кинг выходит вместо Терри. Good idea, but the long ball ends up with a defender. Руни. Played forward. Can he get past him? Всех раскачал просто, молодец. Тут забег марафонский, ну гол! Что-то странно, конечно, ладно. Невилл. It's Lampard. Valeron. Made it his ball. This is Bert. Rooney. Owen. Tipped by the keeper. Possession lost. And now Joaquin. It's Carlos Valeron. Nicely done. It's David Beckham. Passed on then. Defenders need to be on hand here. And they are out for a goal kick. До конца доработал момент,
Но, к сожалению, упустил мяч. Plenty of distance on that. Well up. Rooney. Owen. And he's skewed that wide. He's desperate to complete his hat-trick. Now the goalkeeper wants to get this right down the field. Marchena. Даже 2 минуты идет. Игра почему-то... Loses it. Yes, nice ball. Успокоилась, играет. Oh yes. And perhaps he should have scored here, really. Well, I think he probably should have, John. Well, he's still plucking away, John. You have to admire his persistence. Так и... even further in front, if that had gone the right side of the post, that'll be a throw-in. And now Raul, wonderful tackling. To Gerrard. It's Lampard. Here's Joaquin. Good challenge. And now Morientes. Very clever. Lampard. Owen. The ball in. Просто такой звук. Marchena. Excellent ball. Goes past one man against the bar. Oh, and that's number four. Браво, браво, Руни, браво, хладнокровен, как всегда. Смотрите, дядь Кок обработал и посмотрел, где ворота, забил гол. Шикарно просто. Шикарно. Шикарные голы, шикарные моменты. 4-0. Англия, Испания. Я говорю, ну сейчас проблема в том, что как бы Испания будет атаковать, а им деваться некуда. Отскок. Да вот именно. Шикарный матч. Ой, Руни! Руни! Has a go. Extraordinary. He's got to score there. Да голкипер явно не ожидал, ну там какой-то офсайд, я не знаю, то ли ушло, я не знаю, зачем было поднята рука испанца, я так и не понял. И, если честно, ну, скорее всего, он за лайнсмена зафиксировал, тоже как бы уход, ну тут и так понятно, что пушечный удар Руни и мяч вышел за пределы поля. Very clever. But. Square ball. But. Руни. Овен. Пытался наносить удар, там уже опережали его. But. Овен. Вот, еще одна перекладина. Да что такое-то? That was close. Had it gone in, it would have increased their lead. Блин, подождите. Дайте повтор. Да я просто хочу посмотреть. Я просто хочу посмотреть сейчас. Вот смотрите, вот бьет. Ну, я не знаю. Это, понимаете, тут штанга друг вратаря. Тут даже и перекладина, и штанга. Ну, удар прекрасный был, в принципе. Я говорю, шикарный матч. Демонстрирует. 4-0. Кстати, ребят, забыл сказать, почему я не играю за Испанию во втором тайме. Потому что, как бы так... Многие игроки, великие испанские, покинули как бы чемпионат Испании, соответственно, сборная Испании уже в 2000 году, к сожалению. Вот такая вот ситуация. А так мы наблюдаем матч как бы двух королевств.
Королевство Великобритании, Королевство Испании. И англичане ведут 4-0. Овен! Снова. Я не знаю, сегодня просто перекладина работает на испанского голкипера. Я говорю, тут уже столько хороших моментов уже было в этом матче. Просто согласитесь, ну неинтересно, просто подошел, забил гол, ну да, может быть. Может быть, это на продуктивность как-то влияет, но нам нужен красивый футбол. Потому что более красивый футбол, он запоминается, ну... Браво! Браво, Джерард! Потому что как бы вот так вот. Да вот именно, я говорю, я не перестаю как бы удивляться, но сейчас замена. Сейчас замена произойдет, так, да, Бекхэм, да, поаплодируем Дэвиду Бекхэму, прекрасный матч, прекрасный гол, как бы замена. Кола вместо Дэвида Бекхэма, да, Бекхэм устал, это уже видно, поэтому, скорее всего, попросил замены. Рони! Аруни у нас никак не успокоится. Ну, может быть, тут и второй момент, как бы тренер решил поберечь. Так, вот и давай. Валерон. Так, а, ну там все равно уже время закончилось, ладно. Oh, the back four very much in charge here. Как бы не суть важно. Ну так, Лэмпард, Бекхэм радуется на скамейке запасных, потому что был заменен. Я говорю, ну потому что, я говорю, матч напряженный, матч непонятный. Так же вот так вот, друзья мои. Дэвид Бекхэм сегодня отличился. Сегодня... Шикарные по красоте голы были. Итак, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Жик Шо, всем пока-пока.